Всем привет! Сегодня мы попробуем определить, кто же по национальности Оля Бузова. Любимая миллионами певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова говорит в интервью, что она русская. Девушка родилась в Питере в семье военнослужащих. Сначала давайте проанализируем фамилию Ольги. Фамилия Бузова происходит от слова «буза». Это не русское слово, оно родом из Азербайджана. Так назывался один из популярных напитков, про который даже Лермонтов писал в одном из своих произведений. А теперь пройдемся по внешности Бузовой. Что мы видим, глядя на фото Ольги до пластики? Сама Бузова всегда говорила, что у нее нос уточкой, но мы будем более объективными. Нос у нее крючком. Особенно это видно, когда Оля смеется. Он тонкий и удлиненный. Носатость – это характерная еврейская черта. Если кончик загибается вниз, напоминая крючок, а крылья приподняты, то перед нами, возможно, еврей. Глаза у Ольги миндалевидные, лицо вытянутое, лоб узкий. И вот как раз главная отличительная черта еврея – это очень узкое, длинное лицо, которое не расширяется кверху. Лоб у еврея всегда узкий, как будто его зажали в тиски. В остальных местах голова может и расширяться, в зависимости от примесей. Русские евреи – это смесь средиземноморцев и переднеазиатов, кавказцы и армяне. У Бузовой имеется и главная черта характера, свойственная евреям. Это уверенность в себе, отсутствие какой-либо стеснительности и робости. Итак, делаем вывод. Все вышеизложенные признаки указывают на то, что Оля Бузова имеет в своей родословной еврейские и азербайджанские корни. А это литовская бабушка Ольги Бузовой. Алла Тимофеевна проживает в Клайпеде. Это крупный, третий по величине литовский город. Она женщина энергичная, задорная. Как-то помню, она бойко отплясывала на одном из концертов Филиппа Киркорова. Если внимательно посмотреть на бабушку, то можно тоже увидеть черты, которые присущи евреям. Обратите внимание на форму лица, на нос и на черные волосы. Ну а что же думает народ о национальности Ольги Бузовой? Зрители, которые каждый день видят Ольгу Бузову на телеэкранах. Даже после всех пластических преображений Ольги, в ней можно разглядеть нерусские корни. Вот некоторые комментарии зрителей. Да, у нее казахские черты. Видать, мамуля согрешила. Она как старуха из Иргиль. Она похожа на средних лет узбечку с рынка. Бузова без фотошопа, как грузинка. Бузова, походу, армянка. На последнем фото я думала, что это киргизка в национальном головном уборе. По внешности видно, что у нее кавказская национальность. Это понятно любому внимательному человеку. Она похожа на старую казашку. Она очень похожа на бузовян. 40-летняя узбечка и так далее. Кстати, все соратники Ольги по бизнесу тоже не русские. Они армяне. О бригаде армян Бузовой я делала отдельный ролик, можете посмотреть. Ссылка будет в самом конце. А видите ли вы во внешности Оли Бузовой признаки азербайджанской и еврейской национальности? Пишите в комментариях. На этом все. Подписывайтесь, будем сплетничать.